Сегодня, 27 октября 2024 года, мы, солдаты 382-го отдельного батальона морской пехоты 810-й бригады роты ШР, мы сообщаем, что нас направляет на убой, как пушечное мясо, на укрепленные пулеметные доты противника в лобовое столкновение. Перед нами была поставлена задача выявить противника на определенных точках и, не вступая в контактный бой, отойти и сообщить командиру. Мы эту задачу выполнили. Но командиры приказали идти в лобовое столкновение на эти укрепленные пулеметные доты, где противник многократно превосходил в количестве. Нас было 4 группы по 4 человека. Две группы перестали существовать. Мы, оставшиеся две группы в количестве 7 человек, решили, что мы не пойдем, как пушечное мясо, на убой. И такие приказы были не первый раз. И мы не желаем больше находиться и служить в этом батальоне. Мы записываем это видеообращение, что будет происходить в дальнейшем с нами, мы не знаем. Возможно, к нам применят психологическое, моральное и, возможно, физическое давление. Мы просим помощи.